Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную игру Викинги. И сегодня короткий маленький гайдик, подсказочка и лайфхак, как дефициту правильно, если вы дефите один, даже если вы дефите не один. Но как использовать двойника и как правильно заходить циту для того, чтобы эффективность вашего дефа была максимальная. Любопытно. Может возникнуть ситуация, когда вас бьет нехороший человек. Этот Василий Алибабаевич, этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил, падла. А вы дефите, к примеру, ограниченным количеством игроков, и вам нужно использовать двойника. Как правильно заходить? Как оказалось в практике, не все делают это так. Сначала происходит это следующим образом. Сначала запускается обычно основу, после этого быстренько-быстренько начинает заводить двойника. Как бы порекомендовал бы делать это я? И как это делаю я, если дефлю один? За доцента! Смотрите, выбирается, убираете вот этого замечательного парня сразу для того, чтобы отправить двойника. И у вас установлен пресет на Т8 с максимальным походом, который у вас возможен. Если вы обратите внимание, время похода у вас 6 секунд. Вы отправляете двойника и переходите, отправляете одновременно с ним. Если вы обратите внимание, они заходят практически одновременно. Практически одновременно. И если у вас появится какой-то нехороший человек, который категорически захочет вас ударить, он не сможет поймать вас на разрыве и на постепенном заходе. Обычно это происходит, когда запускают несколько походов. Вот такой нехитрый лайфхак пригодится вам при вот таких вот нехитрых дефах. Но это не точно. Вот такая история. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, получайте ответы. Продолжайте играть в увлекательную игру Викинги. Да прибудет с вами сила, с вами я, мастер. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско.